Приветствую всех из Одессы. Сегодня 31 марта 2023 года. Сегодня на моем канале количество подписчиков превысило 71 тысячу человек. Друзья, это просто огромная цифра. Я никогда и подумать не мог, что на моем канале будет столько много зрителей. Вот. Я еще хотел, все ждал, когда количество подписчиков дойдет до 70 тысяч. Хотел выразить свои слова благодарности, но за последние дни так много людей подписалось на канал, что я не успел выразить свои благодарности на 70 тысяч, поэтому выражаю их сейчас. Огромное спасибо всем тем, кто подписан на мой канал, всем тем, кто подписан давно, всем тем, кто подписался недавно. Огромное спасибо, что смотрите мои видео, комментируете их адекватными комментариями, ставите лайки. Всем огромное спасибо. Я стараюсь для вас выпускать как можно больше видео, описывая, рассказывая ту ситуацию, которая происходит в нашем городе, в нашей родной Одессе, рассказывая о тех событиях и о той ситуации, которая происходит в нашей стране. Вот, потому что страшное мы живем время, мало того, что в нашей стране идет война, плюс ко всему еще и в нашей стране начались гонения на православную церковь. Вот. Но все когда-то заканчивается. Закончится война, закончится гонение, и все будет в нашей жизни хорошо. Те, кто не подписан, советую подписаться, потому что на этом канале всегда выходит большое количество информации, большое количество видео. Стараюсь все оповещать, все события, все новости, оповещать их, знаете, не с политической точки зрения, а с точки зрения обычного человека, который живет в этой стране и все, что происходит, чувствует на себе. До встречи, всем пока!